установить. Начинать учебную неделю с торжественной линейки в российских школах уже традиция. На этой неделе в нашей стране отмечается одна из самых значимых дат – День Конституции. 12 декабря 30 лет назад всенародным голосованием был принят основной закон Российской Федерации. О значимости этого события говорили на внеурочном занятии разговора о важном в 17-й школе в Богородском. В гости к учащимся 4-го же класса пришла представитель Щелковской городской прокуратуры Анна Полякова. Слово «Конституция» в честь уважения к главному закону нашей страны всегда пишется с большой буквы. На уроке подробно поговорили о правах и обязанностях, которые закреплены за каждым из нас основой всех законов. В своем юном возрасте ребята, как оказалось, неплохо ориентируются в теме. А кто ошибался, был не так уж и не прав. Ведь грань между правом и обязанностью зачастую тонка. Чтобы в твое жилище без твоего разрешения никто не заходил, правильно? Но давай мы с тобой рассуждать дальше. Без разрешения нельзя заходить в дом. Значит, обязанность других людей не заходить в твой дом без твоего разрешения. Где у нас право, у другого человека возникает обязанность, чтобы твое право соблюдалось. Закрепить знания помогли любимые мультфильмы. Нарушение прав наглядно рассмотрели на примерах ситуации, в которые попадали их герои. Но лучший наглядный пример, конечно же, человек в форме, представитель государства, осуществляющий надзор за соблюдением Конституции. Дети в доступной для них форме понимают, что такое права, что такое обязанности. Они понимают, что Конституция – это тот закон, по которому живут все люди. Это мотивирует их на правильные поступки и защищает в будущем от ошибок. Они оценивают свое поведение, поведение других. Поэтому хорошо, что такие мероприятия мы проводим именно с педагогами, начиная с младших классов. И я думаю, что дети через такие уроки действительно начинают уважать права других людей. Это самое главное. Виктория Мельник, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.